В Волгоградском институте бизнеса прошел методический семинар по проблемам преподавания основ предпринимательской деятельности в школе. Участниками семинара выступили руководители и представители школ города и области. Одновременно подобные собрания проходили в нескольких регионах России. Специалисты и педагоги из разных городов делились опытом, знаниями и методическими наработками в режиме онлайн. Например, Сергей Викторович Ладаускас, начальник отдела организации научных и исследовательских работ Волгоградского института бизнеса, выступил с докладом «Отечественный и зарубежный опыт преподавания основ предпринимательской деятельности в современной российской школе». Мы видим, что этот проект действительно интересен и школам, и преподавателям, и нам в том числе, поскольку мы, как Управление развития предпринимательства, заинтересованы в том, что в нашей области малый бизнес развивался, количество предпринимателей увеличивалось, поскольку это все служит и работает на благосостояние нашего региона. Управление развития предпринимательства в этом году впервые реализует проект, который называется «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержка молодежного предпринимательства», в рамках которого реализуется как проект по обучению школьников основам предпринимательской деятельности, так и вовлечение молодежи более старшего возраста в бизнес. Примерно схема у нас аналогичная. Мы будем отбирать наиболее перспективную молодежь, которая имеет способности, предрасположена к тому, чтобы вести бизнес, чтобы помочь им получить нужные знания и создать, грамотно построить свой бизнес. И в дальнейшем мы будем оказывать им всяческую поддержку как консультационного, информационного, так и финансового характера. Мне кажется, это актуально на сегодняшний день, потому что теоретических знаний недостаточно у молодежи, практика тоже у них еще не сформирована, и поэтому я думаю, что очень полезно для молодых людей будет поучаствовать в этой программе. Эта масса идей, она, конечно, нас зарядила. Мы получили определенно положительный опыт, выслушали и согласились с теми недостатками, которые существуют сегодня в преподавании экономических дисциплин в образовательных учреждениях нашей области. И поэтому, конечно, мы постараемся принять участие в этом проекте, заинтересовать нужно обязательно ребят, чтобы они участвовали в этом проекте только благодаря своей заинтересованности, потому что ЕГЭ же им не сдавать по этому предмету, но я думаю, что их нужно заинтересовать с той точки зрения, что экономика, правильно здесь сказано было, она во всем проявляется. И поэтому те знания, которые они получат в результате выполнения этой программы, пригодятся в жизни. Поэтому мы очень благодарны руководству Института бизнеса и администрации нашей области за предоставленную возможность поучаствовать в таком мероприятии. Педагоги и специалисты образования обсудили опыт реализации экономических дисциплин в школах Волгоградской области, специфику преподавания этого предмета и его соотнесенность с другими дисциплинами профессионального цикла, такими как основы финансовой грамотности, право и экология, а также вопросы подготовки преподавательских кадров по экономическим и юридическим дисциплинам в школах. Анна Дребнева, Алексей Литвинов, Волгоградское деловое телевидение. Волгоградский институт бизнеса и Мадридский университет открывает уникальную программу двойного диплома. За разумную стоимость ты получаешь российский диплом, диплом Мадридского университета, признаваемый во всем мире. Звоните 544-744.